Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Михаил Александрович. Машина ваша? Это машина компании. Такси Porsche Cayenne, честно говоря, я впервые вижу. Существуют еще и Maybach, и Maserati, и еще некоторые фирмы. Так что... У вас компания? Да, компания, конечно. Да? Да. Это небесный тихоход. Я могу вам дать визиточку. Прошу вас. Спасибо. А вот пользуются часто? Знаете, да, пользуется народ. Но у нас вообще 2000 час по городу, если вот так разобраться, для Каена это недорого. Вот, Maybach уже идет чуть-чуть подороже. Интересно, на бензине? Да. На бензине. Вот наши бы соотечественники, сразу я уверена, что сейчас бы уже и газ был на машине, это точно. Потому что у нас и хаммера очень много. Это же долго переделываться. Не, недолго. Наши умеют. Замечательно. А заказы вот какие бывают? Может, на корпоративные какие-нибудь вечеринки, не знаю. Ну, в основном по клубам, и днем заказывают в офис, потом... Ну, по-всякому бывает. Частные лица заказывают. Ну, спасибо, удачи на дорогах. Не за что. Всего хорошего, до свидания. До свидания.